Друзья, всех приветствую. Сегодня у нас такая проблема. Короче, вот такой насос, как он там правильно называется, канализационный, короче, бак Санкубик 2. И вот от него такой пульт. Проблема в чем? Перестал выключаться, ну как, выдает сигнализацию, типа аварию, и насос не останавливается, постоянно качает. Сняли датчик. В интернете смотрели, ни хрена не нашли. Короче, разобрали, и вот тут такая у нас платка внутри. И, как я понимаю, дорожка вот тупо сгнила. Сейчас будем пропаивать. Тут у него вот таких три микровыключателя, и они работают по заполнению емкости. Уже тестером сейчас проверяли. Ведро с водой опускаешь, и, короче, они замыкаются. Вот. Но мы сейчас... вот это дело пропаяем нормально паяльничком. И попробуем включить. В общем, пропаяли плату. Вот так. Типа как навесным способом. Потому что вот эти дорожки, они уже убитые, они не лудятся. Вот. И тут везде, ну, немножко коцанное, здесь коцанное. Вот. Решили полностью все линии продублировать. Забрали обратно насос, поставили датчики. Я подал питание, ошибки никакой не высвечивает. Ну, сейчас насос пустой, оно не сработает, как бы. Будем ждать. Ну, в тот раз ревела сигнализация, вот нижняя индикация светилась красным. А сейчас все в порядке. Ну, пока собирать крышку не будем. Подождем, пока наберется, посмотрим. Работает.